Добрый день, на связи Планета Авто. Сегодня у нас на обзоре Toyota Tank 2018 года в черном цвете с бензиновым двигателем объемом 1 литр, мощностью 69 лошадиных сил, АКПП передний привод, имеется камера заднего вида, парктроники, автомобиль на литых дисках хорошей резине, установлены ветровики, имеются повторители в зеркалах, бесключевой доступ, пробег 64 тысячи километров, по салону темный салон, чисто ухоженный, ткань. Имеется кондиционер, климат-контроль, мультимедиа, дополнительный монитор, круиз-контроль, кнопка старт-стоп, две электродвери, автосвет, помощь при предотвращении столкновения, система курсовой устойчивости, корректор фар, электрорегулировка зеркал, 4 стеклоподъемника. Пройдемся по ЛКП. 92, 90, 106. 96, 86, 91, 85, 99. Актуальную цену наличия данного автомобиля смотрите по ссылке в описании.